Ребята, всем большой привет! Я сейчас нахожусь на острове мечты. Это реально была моя мечта сюда съездить. И сегодня я сделаю небольшой обзорчик на это прекрасное место. Выше было больше, чем текущих. Итак, мы вошли. Здесь итальянский ресторанчик. И вот он, остров мечты. Буквально 200 метров. Сейчас уже пойдем кататься на горках. А при входе нас встречает вот такой вот красивый фонтанчик с названием «Остров мечты». Вот. Тут два входа. Пройти слева или пройти справа. Мы решили пройти слева. И по дороге нас увидели вот такие вот пальмы. На море мы не были, но зато пальмы увидели. Итак, барабанная дробь. Welcome to «Остров мечты». Красиво, безумно. А вот он и сам вход, как говорится. Ну что? Привет, папа. Ну что, погуляем? Небольшой лайфхак. Чтобы не стоять в огромной очереди, покупайте билеты заранее. Потому что вот в такой огромной очереди стоять не очень хочется. Итак, ребятушки, билетик у меня на руке. Ура! Заходим. Посмотрите, какой завораживающий паровозик. Я хочу на нем проехаться, но думаю, лучше не надо. И я уже слышу, как орут люди, и мне уже становится немножко не по себе. Это парк динозавров. Хочу сейчас пойти, может быть, на кобру. Не знаю, посмотрим. Столько аттракционов, вообще даже глаза разбегаются. О, вон туда хочу. После этого аттракциона ощущения были просто непередаваемые. Мне было одновременно и страшно, и очень весело. У этого аттракциона своя судьба. Я не хотела на него идти от слова совсем, потому что мне было очень сильно страшно. Но папа мне сказал: «Ну что ты, посмотри, там маленькие дети идут. Там не страшно, давай, иди». Ну и я пошла. Какая же реакция у меня была после этого аттракциона. О, это отдельный вид искусства. Я вышла оттуда вся в слезах и сказала маме: «Мама, это самое страшное, что было у меня в жизни». Я думала, что это будет самый страшный аттракцион в этом парке. Но оказалось, что нет. А какой самый страшный был, смотри в самом конце ролика.
замке, к сожалению, запрещено было снимать, но там я побывала в мире игрушек, в мире мультиков, и там было очень интересно. Если вы вдруг побываете на острове мечты, обязательно сходите в этот замок. Мы идем на горку. Страшно. По коридорам. Сейчас это, наверное, самый быстрый здесь аттракцион, который посетил. Сейчас я каталась вот на вот этой горке. Скорость там километров 100 в час, наверное. Не знаю, но было очень страшно, правда. Но это того стоит. Стоять буквально 10 минут в очереди, но страшно, правда. Ребята, вот такой вот обзор у меня сегодня получился. Я надеюсь, что вам понравилось. Я накаталась и думаю, на самом деле, больше не хочу. Потому что у меня уже болит голова, у меня уже просто у меня стресс. Я накаталась, и у меня уже просто хочу домой кушать. Но я вам, правда, советую приехать, вы не пожалеете. Я накаталась, увидела Филиппа Киркорова, а потом еще послушала Брэндона Стоуна.